звонок на домашний телефон где-то часов в 10 утра, что звонит, что мой сын. Звонивший по телефону меня предупредил не один раз о том, что я должна молчать и никому об этом ни слова не говорить. Предложил работать курьером, доставку бумаг. Я согласился. Он сказал, я тебе через некоторое время позвоню, когда... Причину вашего доставления? 159-я статья. Мошенничество.